Всем здравствуйте! Константин Соловьев снова завидный холостяк. Актер бросил третью жену-танцовщицу Анастасию Ларину. У супругов подрастает одна общая дочь. Кроме того, звезда сериалов удочерил дочь Лариной от прежних отношений. В личной жизни Константина Соловьева опять неспокойно. Только недавно казалось, что с молодой супругой артист обрел семейное счастье. Но на днях он объявил о разводе с Анастасией Лариной. Инициатором разрыва стал именно артист. «Жены больше нет, я поставил жирную точку и через 100 метров снял квартиру», заявил 49-летний мужчина. Он молчит о причинах расставания. Меж тем 34-летняя танцовщица призналась, что не могла угодить знаменитому супругу. «Костя требовал женской энергии, внимания, ласки», вздыхает женщина. Стоит отметить, что первой женой актера была американка Инни Барон. Они познакомились в театральном вузе, когда Соловьев жил в Америке. «Я работал персональным тренером. Долгое время снимался, даже попал в гильдию актеров», – вспоминал он. Однако отношения распались, Константин вернулся на родину. Актриса Евгения Охрименко стала его второй избранницей. Родила от Соловьева сыновей. Но и этот брак рухнул. Соловьев изменил жене как раз с Лариной. Охрименко жаловалась, что после развода бывший муж годами не видит детей. Она не может понять, что произошло с бывшим избранником и почему он отрекается от своих наследников. Евгения также жаловалась, что мужчина не платит алименты. «Костя не платил ни копейки до 2016 года. Я обратилась к юристам, сокрушалась женщина. На само слушание Соловьев не пришел. Он избегает всяческих контактов с бывшей женой. Мы заблокированы везде. Я была готова пойти на любые условия и выйти на него через друзей, его маму. Рада была бы привозить детей к его родителям и оставлять, если я для него как некий раздражитель. Но он и на это не пошел», признавалась Евгения. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.